Всем привет! Перед началом нашего видео я хотела бы вам порекомендовать этот классный канал с прыжками. Ссылка будет внизу в описании. Подписывайтесь и поддержите автора. Всем доброе утро! В сегодняшнем видео я хотела бы показать вам свой субботний день. Что я буду делать, как я буду тренироваться. Большое спасибо, что будете смотреть. Сейчас мы с вами будем читать. Я обычно, когда в выходной встаю, я читаю книгу. Вот. Так, ну а теперь линзы. Смотрите, кстати, что у меня. Шкаф наконец-то появится. Тут вот полка. Вообще, сегодня обещает быть интересный денёк. Кстати, проснулась я сегодня в 7:34. Я специально посмотрела, и не по будильнику, а просто у меня уже организм так встает сам. Водичка. Готовим завтрак. Сегодня тоже вот эту будем. Каш? Как и в прошлом блоге. Каша очень вкусная. Очень. Чистим зубы, умываемся. Так, ну а теперь безе. Посмотрите, сколько много задали. Кстати, шкаф делается. Буду сейчас учить общество и право. Ну, как учить? Не знаю, повторять. Я у сестры в комнате, потому что в моей комнате шкаф делают. Так, это ОБЖ. Оно у нас в понедельник будет. Кстати, мы так много писали конспектик. Надо сейчас его повторить. Так, теперь повторяем право. Право — это вообще какой-то ужас. Просто пипец. Смотрите, сколько мы много писали. Так, смотрите, а это у нас МХК, мировая художественная культура, цирк. Это, в общем, про искусство что-то такое. Нам задали выписать жанры живописи. Здесь сейчас я вот пишу. И тут буду сейчас делать. Вот что у нас тут происходит. Это, я как поняла, еще одна дверца, возможно. Вот. Так, сейчас пока что выглядит шкаф. Если честно, мне очень нравится, особенно вот эти вот белые вставки. Вот. Здесь уже это для одежды. Здесь буду тоже что-нибудь интересненькое убирать. А это полка. Сейчас покажу, какого она цвета. Вот, тоже бель, точнее, вот такого. Под дерево, типа, сделано. Очень нравится. Так, вот полка. Но я пока, честно, не вдупляю, для чего вот эта штука нужна. И как вообще будет эта полка прикрепляться. Но, так думаю, она где-то вот тут будет. И еще вот здесь где-то будет зеркало. Так что я думаю, комната будет эстетичной. Ура! Наконец-то у меня появился шкаф, потому что я живу без шкафа, без двери. И следующая, то есть будет уже и полка для книг. И вот следующая, последняя, это будет дверь, и прям будет все очень круто. Кстати, я привезла книги, сейчас еще одна. Приехал пакет книг. Сейчас покажу. Так вот, целый пакетище книжонок. Я не знаю, уместятся ли они все на эту полку.
Но если не уместится, то на Wildberries я нашла еще одну очень классную полку, так что можно будет ее тоже заказать. Кстати, у нас теперь тут такие шторы длинные, потому что вот оно окно в два этажа. Фух, это очень тяжелые книжоночки. Все мои там и Гарри Поттера, все собрания. И Михаил Самарский, мой писатель, любимый, наверное, который был. Кстати, про серию, про коньки книга тоже очень классная. Ну, потом, даже Котяточкина есть книга. Вот, что там еще? Про собак. В общем, много всего. Это все от бабушки приехало. Потому что я же раньше у бабушки жила. И книги были у нее. Так, я выписала все вот эти жанры. Сейчас немножко их сделаю получше. Оформлю. Вот так у меня сделано. Я сейчас еще повторю конспект вот этот с прошлого урока. И приду к другому заданию. Так, а вот книги сестры. Сейчас мы будем их разбирать, убирать их в полку, на полку. А, так, вот тут это мои книжки. Тихо. Так, ну а сейчас я делаю алгебру. Вот это, если вот это вот единственное, что я могу решить, это вот это. Вот это просто что такое? Это я еще не все написала. Вот просто что это такое? Я ничего не понимаю вообще. Вот эту задачу нам еще дали, я просто ни хрена ничего не понимаю. Блин, просто ужас. Какая я? Именно в математике неумная. Ужас. Так, что же следующее мы будем делать? Я вообще не знаю, без понятия. Так, ну а теперь биология. Биология — это вообще надо налегать мне очень хорошо, чтобы стать тренером. Посмотрите, какая у меня классная тетрадка по биологии. Вот, в общем, мы тут будем записывать всех ученых, которые как бы в развитии биологии внесли какой-то вклад. И еще мне безумно нравится этот учебник. Он очень легкий. Я просто хочу, чтобы по всем предметам такие учебники делали. Просто очень классный учебник. Вот именно он весит очень-очень мало. И, кстати, он красивый. Вот такая табличка получилась. Знаете, как бы написать ее — это еще полдела. Это все надо нам учить. И плюс еще знать портреты всех вот этих ученых, разбираться, как вот это вот все называется, вот это все. В общем, это какой-то трэш. Но что делать, что делать? Теперь делаем английский. Зачка, пойдешь гулять? Не кушай. Ну, пожалуйста. Пойдем. Ну, пойди. Здравствуйте. А чё же холодно вообще-то? Вообще-то не холодно. Никусенька, привет, маленький, привет. Мы гулять идем. Вау, кто это такой милый? Ладно, окей, держи, Ника. Никуська, а он сейчас убежит. Никусь. Никусик, малышка. Ник, Ника. Сидеть. Дай лапу. О, молодец. Ай-яй-яй, я ему случайно ударила. О, малыш. Мира. Нюх. Нюх. Ника, Никуся. Я сама хочу.
его снимаешь? Сняла. Снимаю. Сейчас еще сюда заберу. Злата. А ты не подпрыгни, ты по лестнице заберешь. Лагуста. Лагуна. Карьеры. Гуляем, ребята. Такое ощущение, что сейчас как будто лето, а вообще уже сентябрь. Да, ведь когда-то здесь мы купались. Алёна, я хочу покататься на коньках здесь. А, мы покатаемся уже очень скоро. Алёна, если бы вот такой был лёд, это был... Мик! Милка нашка. Там, короче, с доберманом гуляют. И мы такие, о, как это, как трусы, как Драко Малфой, просто взяли и сбежали. Нафиг. Потому что лучше не связываться. Как Драко Малфой, когда его Гермиона ударила вот так. В лицо, да? Да. О, там доберман, они сюда бегут. Пизды, сюда бегут. Ну что? Все, они убежали. Там было два добермана огромных. В общем, доберманы добрые собаки, поэтому все хорошо, мы идем сейчас домой. А, скоро будем кушать. Мне еще надо мыться и уже собираться на трешу. Сегодня лед. Круто. Офигеть. Вот реально теперь комната наполнилась и стала нормальной. И сейчас мы будем делать уборку. Вот. Не знаю, блин, я так уже хочу начинять вот это вот все. Мне еще очень нравится, что тут вот так вот много всего места. Вот тут тоже. И вот этот шкаф, кстати, мы можем даже зайти. Прикольный. Рюкзак. Так, а я продолжаю собирать рюкзак. Сейчас будем обедать. Опа! Вот такой вот обедик. Реально как лето, еще и арбузика хочется после этих котлет соленых. Сейчас я буду мыть голову, тело и уже собираться на тренировку. Я уже иду. Надеюсь, сегодня будет хорошая тренировка. Я на самом деле первый раз пойду на лед в эту группу. Вообще без понятия, что мы будем там делать. Но надеюсь, что-то нужное и классное. Идем, почти уже дошли до катка.
каталась на коньках? Нет. Да. А я хотела. Прям так холодать стало, если днем мне было жарко, сейчас мне очень как-то уже прохладно. Это ведь понятно, потому что уже 7 часов вечера. Безумно нравится фигурное катание, мне нравится также объяснять что-то, например, какие-то элементы. Поэтому я зимой очень хочу попробовать себя в роли тренера, чтобы, не знаю, учить каким-то элементам легким. И вообще пойду учиться на тренинг. На улице вот такой закат. Прекрасный. Я иду домой с голодным желудком. То есть сейчас примерно видели время, что больше 7 часов уже. И мне безумно хочется есть. Потому что видели, что я ела на обед. Не так уж и много для меня. Тем более, что еще была тренировка, плюс долгая дорога. Сейчас приду обязательно сразу ужинать, потому что голод уже дает о себе знать, а это не очень хорошо. Я когда голодная, я ничего не хочу делать. Мне как-то плохо. Ну, в общем, да, мне плохо, у меня живот болит. Очень болит. Прям даже какой-то тошнота немножко подступает, я не знаю, что ли. Мне пока неизвестно, что будет на ужин. Но надеюсь, что-то вкусное. Помните, в четверговый влог я шла, и вся река была черная. Смотрите, какая она сейчас. Вообще не страшная, очень красивая, милая Волга. Ночью. Это реально очень страшно. Я не знаю, как это объяснить. А сейчас, блин, в воде даже так отражается. Классный закат. Прямо хоть это, пейзаж рисует. Вот там, то есть вода отражается. Все так классно. Тут еще, посмотрите, какая красота. Что не говорил, но это реально круто. Я обожаю свой город. Я дома. Не могу привыкнуть, что у меня тут стоит такое красотище, и мы с вами сегодня будем все это наполнять. Так что будет очень интересно. Надо переодеться и разобрать нашего дружка. Ужин были котлетки с кабачком. Видите, что тут лежит? Ау. Нямка. Вот что я взяла. Смотрите, вот такой атлас. Ужас. Он, кстати, дорого стоил. Потом вот такие обложечки для тетрадок. Тетрадочки для контрольных всяких их всякой хрени и обложки. Сейчас сделаем. Вот я уже обложила учебники и атлас. И мое любимое — это наполнение. Уверена, что все мои книги сюда не поместятся. Давайте я это загадаю. Я думаю, что не поместятся. Thank you.
ужас. Места вообще нет. Так, вот эта книга я читала в лагере, кстати, прошлым летом. Давайте ее сюда. Это сюда. Это первая про Трисона книга. То есть, если читать вы хотите эту серию, то начинайте с вот этой книжки «Радуга для друга». Поэтому всем советую этого писателя, эти книги, если что, это не реклама. Очень красивые книги. Так, это, смотрите, вот эта книжка, она тоже очень классная. Так, и еще Леди Чарской, прям очень советую. Прям такие трогательные вот эти книги. Это просто человек, который очень любит читать. Ничего необычного. Ай, больно в спине. Вот, посмотрите. Эту красоту тоже надо расставить. И реально, как поставить? Полка очень маленькая для меня. А можно так в пионерском галстуке? Я не знаю, может быть, сюда положить тоже. Да, Сашеньку книжку. Давайте тоже вот так это получилось. Вот. Еще одна полочка, где у нас стоит эксклюзивная классика. Продолжаем дальше оформлять комнату. И теперь, что мы сейчас будем делать? А дверь-то класть? Наверное. А еще книжки остались или все уже? Все, вот тут остались, но это я сейчас читаю, а вот это книжки ужасные. Книжки ОГЭ, которые надо сжечь уже нафиг. Но я их почему-то храню. Находится очень много вещей. И все эти вещи надо как-то уместить в тот шкаф. Сейчас я буду пытаться это сделать. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Опа! Эстетично. Держим пари, что опять ничего туда не влезет. Конечно. Штанишки и юбочки. А пути не путю, ну кому я говорю? Я люблю свою лучшую. Господи, это ужас какой-то. Ужас просто, так много одежды. Нет, ну ладно, это еще на самом деле мало, потому что я половину выкинула. Не выкинула, а вернее на Авито продала.
Это был ужас, как было много одежды, которая была мне мала и просто ужасная. Вот, как получилось пока что. Теперь я внизу складываю вот тут потайной такой ящичек для всего. Ториса. Каре. Алло, алло, алло. Авада кедавра. Я вам все-таки покажу, что я там положила. Так, это верхнее. И тут внизу я сложила все для ФК, в принципе, всякие рюкзачки и так далее. Гетры всякие, вот, одежда для ФК. В общем, мне кажется, что теперь у меня прям классная комната. Единственное, что тут будет еще зеркало. Я его как-нибудь круто тоже оформлю. Ну и вот моя полочка и сам шкаф. Надеюсь, вам тоже это понравилось. У меня вся комната в одних цветах выполнена. Вот. Сейчас уже 22:33, а это значит, что пора собираться ко сну. Сейчас я буду умываться и потом почитаю книгу. Ну, я уже ложусь спать. Большое спасибо, что вы были со мной в этом блоге. Мы успели с вами сделать кучу всего классного. Всем спасибо. Пока-пока.